Шел 105-й день безумства. Шел 10-й день безумства. Столько проблем оставил прошлый хозяин на дне. Пришлось сдирать полностью дефоулинг снизу и подключать местных ребят. Завтра понедельник. Помогут дочистить дно и потом пару дней красить, если погода будет. Вот. Ребенок нашел себе нового друга. Лена пока что еще не едет домой. Жорику пофиг, Сися рядом, все хорошо. Лена уже собирается. Скажи что-нибудь. Я сказала. Задницу видно. Вот это было видно. Заделывает дырки в гель-коте. В общем и целом, жизнь прекрасная, это luxury life. Множество, миллионы людей хотят быть на моем месте, на месте Лены тоже, и у всех вообще нас. Так что... Это неправда. Ну, это правда на самом деле. Это неправда. Мы свободные, делаем что хотим. Хотим просыпаемся в 7 утра, хотим в 5 утра. Хотим завтракаем овсянкой, хотим хлопьями. Худеем на глазах. Хотим просыпаемся в 5 утра, это я, и в 9 утра это он. Да. Я в 9 утра уже весь в работе. Надо навигацию еще настроить, скачать карты. Ну что, процесс идет, да? Мы еще не до конца знаем, куда плывем, потому что мы не плывем. Идем, еще не придумали. Мы не плывем. Вчера мы решили идти через внутренний морской путь Intracoastal Way. С Норфолка, Вирджинии до Флориды.